Меньше 2 недель остаются до начала выборов в Государственную Думу России, которые имеют очень большое значение для всех наших сограждан. Для того, чтобы выборы прошли на высоком уровне, необходима серьезная подготовка. И она идет в настоящее время. Не так давно в нашем городе прошел учебно-методический семинар, проведенный избирательной комиссией Краснодарского края для членов муниципальных, территориальных избирательных комиссий и их системных администраторов не только из Славянского района, но и ряда близлежащих муниципальных образований. И вот настало время для подготовки членов участковых избирательных комиссий, от уровня работы которых во многом зависит качество проведения выборов. Наша задача еще раз напомнить, ознакомить с новеллами, что-то новое в законодательстве появилось, рассказать законы, как должны себя вести члены комиссии на избирательных участках, как будет проходить голосование трехдневное, потому что у нас немножко есть отличие. Если прошлые выборы мы проводили, у нас первые 2 дня было досрочное голосование, а основной день – это было основное голосование. Сегодня у нас по закону, у нас 3-дневное голосование, и поэтому будут работать все члены участковых избирательных комиссий. Поэтому мы хотим им рассказать, вот, как работать, на что обращать внимание, как оформить зал, как работать с избирателями, чтобы не допустить заболевания, никаких заболеваний, как работать со средствами защиты, потому что все участковые избирательные комиссии будут обеспечены средствами защиты, они у нас имеются уже, будем выдавать, и комиссии начнут работу у нас уже с 8 сентября. С 8 сентября по 13 сентября во всех участковых избирательных комиссиях будут работать пункты приема заявлений от граждан. В течение 3 дней, 17, 18, 19 сентября, будет идти голосование на избирательных участках. Будут соблюдаться условия максимальной прозрачности и открытости, и вместе с тем о санитарно-эпидемиологических требованиях также позаботятся. Мы для этого и собрали сегодня всех членов комиссии, чтобы выяснить те вопросы, которые им непонятны, которые не ясны. Хотя мы можем сегодня говорить, у нас отдельные члены комиссии работают уже по 30 и более лет. Есть 15, есть 20, есть 5 лет. Все опытные. Но поскольку у нас постоянно меняется законодательство, какие-то новшества вносятся, поэтому мы и проводим вот эти обучения, чтобы ознакомить всех членов комиссии и чтобы не допустить никаких нарушений именно при проведении выборов. Одна из основных задач учебно-методического семинара – подробно и с практической стороны рассмотреть актуальные вопросы организации избирательного процесса. Полезным и эффективным стало мероприятие для представителей участковых избирательных комиссий, многие из которых имеют большой опыт работы. Любой обучающий семинар, он очень важен, очень актуален, потому что время вносит свои коррективы, вне зависимости от опыта, от того, как давно работает участок, как давно члены комиссии работают в комиссии, все равно время вносит свои какие-то новые требования. С ними мы знакомились сегодня, но должна сказать, что мы уже в течение 2 лет понимаем и знаем, что новые санитарно-эпидемиологические требования диктуют нам условия свои. Качественная подготовка членов участковых избирательных комиссий поможет им в том, чтобы выборы прошли без проблем и стали новым этапом в развитии Кубани и всей нашей страны. Андрей Вишневский, Игорь Иванчуков, программа «События».